Друзья, перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка в описании. Заходите, у нас много интересных новостей. Траурная новость, друзья, пришла сегодня о российском актере Алексее Гуськове. Страна просто шокирована от этой новости. Многие фанаты просто рыдают. Мы все любили этого актера. Многие до сих пор с удовольствием смотрят его фильмы. В одном из российских телеграм-каналов, который опубликовал эту новость еще в 5 утра, нам сообщили ужасную весть. Сегодня в одну из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен российский актер Алексей Гуськов. Как оказалось, Алексей Гуськов в 4 утра направлялся на съемки фильма, в котором он сейчас снимается. На перекрестке ему дорогу не уступил автомобиль марки BMW. Произошло лобовое столкновение. Алексея Гуськова вытаскивали из автомобиля прохожие. Они взломали двери и вытащили актера, так как дверь зажила сильно от удара. Пока ехала скорая, актер находился в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в коме в больнице. Больше пока никаких вестей нету. Давайте, друзья, поддержим Алексея Гуськова. Будем надеяться, что его жизни ничего не будет угрожать, и наши врачи его спасут. Давайте поддержим наших корреспондентов, которые день и ночь ищут для вас информацию. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск на нашем YouTube-канале, друзья. Будьте всегда с нами. Следите за нами, друзья. До встречи на нашем YouTube-канале.